раскается. то войну Чечню никак не скинешь со счета. Женя Родионов, его, так сказать, соратники, отец Анатолий Чистоусов, отец Петр Сухоносов, другие наши молитвенники, те, которые стояли до конца, не сняли с себя креста, не предали веру православную. Как они там? Евгений видел там, видел вместе со святыми. Где находятся и святые? Он же как мученик. Да, святой мученик, да. Ему можно было сказано, да, и вот и говорили мы с Женей, разговаривали, что это время подойдет вот к твоему исцелению, да, когда придет твоя уже эта память. Говори людям, что можно молиться, нужно так, как и обычному святому человеку. И также будешь получать помощь от него. Вот. Было так уж дано ему от Бога. Пострадать вот такой, эти страдания даже видел, вот как это было с ним. Да. Как Расскажи, его мучили там, да. как это было. Как мучили его, как Расскажи. держали, вот эти чеченцы держали его в таком вот там, какое-то Подвал. помещение, подвал, да. Вот. И Расскажи. мучили. Голодный, во-первых, был, били, издевались. По-разному издевались. Хотели только того добиться, чтобы сбить его, подвергнуть тому, что как бы сломить и чтобы Чтобы он снял веру крест. принял и Что, крест снял. чтобы снял крест, да, и все. Только это хотели. Ну, ничего не смогли не добиться. Господь укреплял ее. Не Ты в смогли прошлый раз сказал о этого и том, не что там смогут. вместе с ним батюшка сидел. Вот этого батюшки он говорил, что передай ему, что вот так, и увидел на крестном ходу, это батюшка, он как такой парализованный, да, немного какой-то он, как это, был он в Чечне, вместе они были с ним, какое-то время были вместе там, да, Батюшка видел его сейчас на живой? крестном ходу, да, он Крестный живой, ход, который был. в Москве. Тогда он меня как-то не понял так. У нас разговор был такой короткий. Вот. Сказал ему только вот так и так, что видел Евгения, так он как-то. Это на Да. самом деле эта встреча Да, состоялась? да, да. А в каком году? А в каком году? Да, вот год назад на крестном ходу в Москве. Он так выслушал, потом сказал, что мне вот сейчас некогда, и так, в общем, мы с ним не смогли поговорить. Видел многих, которые прошли вот Афганистан, говорил, и вот эти все горячие точки, но тот, который не сдался, не поддался этому врагу. Господь еще смотрит на крепость человека, который, чтобы человек был крепкий, чтобы он в таком никогда не поддавался. А если, допустим, идут, да, ну как вот отправляют у нас на войну вот на эту, значит, мы там должны себя проявлять только с доброй стороны. А самое главное, что врагу не сдаваться, не отступать. Вот так эти страдания видел. Эти страдания видел, как Евгений Родионов страдал. Что с ним было? Вот сейчас хорошо, что вот Господь убирает от меня вот это, как вот видел, что перед глазами меня это не стоит, иначе рассказывать бы не смог. Что с ним они делали? Они его на кусочки резали просто-напросто. С голоду 2 месяца не давали ни еды, ни воды. Вот 2 месяца. 2 месяца он прожил в таком. 2 месяца. Это настоящий ад. Там даже, когда показано, в Царстве Небесном не может быть такой вот, допустим, как у нас, если мы сейчас увидим это по телевизору где-то, да, человек, который имеет сердце, да, имеет душу, он сразу содрогнется, и даже может стать очень плохо этому человеку. Только жестокий человек может это видеть и даже радоваться этому. Ну, как я говорил, что Царство Небес там не может быть такого упадка, как вот здесь у нас. Там очень крепко души держатся все. Но когда это видеть, просто тоже не могут. И видеть это все не мог видеть. Вот только немножко как бы посмотрел, да, Господь показал, вот как бы глянь то, что было с Евгением. Это невозможно. И в конце, что с ним сделали, да? Когда он не сдавался,
крест снять никто не сможет. Ни один человек, какой бы он ни был, силы не имел, вот, он не сможет снять крест один с другого. Никогда. Слушай, Господь не даст. Вот, тот, который поддается этому, да, он только сам это может сделать. А другой ему никто не сделает. И вот таких случаев даже никогда не было. Вот, может быть, насколько и знаете, да, что такого случая не было, чтобы крест взяли и сняли. Было только то, что под давлением заставляли человека. И тогда, когда уже настолько они озверели, да, и сказали, что это уже вот, что вот завели эту бензопилу и отрезали ему голову тогда. Но сломить не смогли. И ничего они не смогли сделать. И доказать они ничего не смогли. Но многие, некоторые, которые были с ним там, да, это было не только Евгению, которые просто это не выдержали, которые поддались вот такому воздействию. Евгений говорит, что вот, чтобы маму как-то успокоить, что вот так она переживает, да, страдает. А маме успокоиться, что, может быть, придется тебе, говорил Евгений, встретиться. Вот. Чтобы передал маме, чтобы он не страдал, что, где он находится. А его ребята, которые сослуживцы, они тоже вместе с ним или в другом месте? Некоторых видел, и Царство Небес много видел, и таких вот, которые за погибли. За веру. За веру, да, за Родину, которые стояли до конца, да. Вот видел, это, в общем, моего брата друг, а его племянник. Он немножко не дослужил, там оставался несколько недель уже до увольнения. И так случился, как вот начался этот бой, да, и убили его. И вот Господь воинов не оставляет. Вот, которые люди, во-первых, если человек крещенный, да, имел веру в Бога, он уже не пропадет. Если идет до конца, да, идет как за Родину, идет, все, да. Этот человек не остается. Если он, конечно, не испугался и не предал вот, никого. Товарища, да? Да, да.